парке ГЭС лето начинается по традиции с праздника. Его устраивают гидроэнергетики. Мероприятие, приуроченное к Дню защиты детей, всегда проходит в уютной обстановке. И в качестве почетных гостей на праздник обязательно приглашают ребятишек с особенностями развития. Саратовская ГЭС уделяет большое внимание семьям, в которых воспитываются особые детки. Поэтому и праздник получается трогательным, как встреча старых друзей. Такой праздник для особенных деток мы проводим уже в 12-й раз. Поэтому я очень надеюсь, что сегодня все получат хорошее настроение, у всех будут замечательные призы и всем добавится счастье. С праздником! На этом празднике никакого официоза, чтобы дети чувствовали себя комфортно и могли заниматься интересными делами. Их развлекали артисты из коллектива «Юность». И цирковая тематика пришлась по душе участникам праздника. Для них устраивали разнообразные шоу, мастер-классы, интерактивные игры. И, конечно, провели конкурсы и викторины с призами. Как вы думаете, а кто вообще в мире первый построил плотину? Бобры! Правильно! Бобры, с такой уверенностью. Держи, это тебе. Дети, которые предпочитают активный отдых, шагали по сенсорной дорожке, обустроенной в парке в 2017 году, и выполняли упражнения на тренажерах в спортзале под открытым небом, который появился здесь год назад при финансовой поддержке Саратовской ГЭС. Малышня резвилась на детских площадках. В общем, каждый нашел себе занятие по душе. Очень хорошая атмосфера, нам понравилось здесь выступать. Детки уже убежали там на мастер-классы, а мы пока вот по дорожке ходим. Понравились там акробаты, когда были, и все остальное. Спасибо Росгидро за такой праздник чудесный. Только положительные эмоции, отличные, прям зашкаливают. Особенно наши малышки, очень прям вот супер, Мируш, да. Вот видите сами, какие эмоции у нас, просто зашкаливают. Мне понравилось больше всего хаски, потому что они очень добрые, порода очень добрая. И понравилось больше всего вон там камешки, потому что там очень полезно. В этом году в мероприятии приняли участие около 150 балаковцев, в том числе более 50 особых детей. И председатель регионального отделения Всероссийского общества инвалидов Александр Низовцев отметил важность и необходимость таких праздников. Когда мероприятие готовит и проводит Росгидро Саратовская ГЭС, это всегда очень интересно, познавательно и необходимо для детей именно. Они здесь получают и образовательные, и познавательные знания. Ну и, естественно, самое главное дело то, что они здесь общаются. Такие мероприятия необходимы не только для особых детей, но и для их родителей. Ведь когда в семье воспитывается необычный ребенок, мама и папы вынуждены подстраиваться под его ритм жизни, под его требования, зачастую забывая о себе. И праздники, проводимые Саратовской ГЭС, помогают семьям пообщаться, отдохнуть и получить положительные эмоции.